Крошечный портативный проектор Pico собрал 1,7 миллиона долларов на Indiegogo. Недавно на площадке коллективного финансирования завершился сбор средств на выпуск миниатюрного портативного проектора под названием Pico. Разработчики установили планку на скромной отметке 10 тысяч долларов, однако в итоге собранная сумма составила почти 1,7 миллиона долларов. Габариты устройства составляют 5,7 на 5,7 на 5 см 7 мм при массе 210 граммов. Проектор позволяет выводить четкое изображение разрешением 1920 на 1080 пикселей диагональю до 240 дюймов, а яркость составляет 2000 кд, М2. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 5 часов воспроизведения видео или на 50 часов музыки, в конфигурацию входит динамик. Технология быстрой зарядки позволяет за 15 минут пополнить заряд примерно на час воспроизведения видео. Проектор работает под управлением Android, но он совместим с устройствами, работающими под управлением Android, iOS, Mac, Windows. Связь осуществляется по каналам Bluetooth и Wi-Fi. К проектору можно подключить компьютер, смартфон, игровую консоль и прочие устройства. Первые покупатели получили возможность купить устройство по цене $369.